Значки не нужны. Сколько там у нас? 10. А где ты хочешь сделать? На турничке вон на том, где освободился, или на кольцах можете сделать? Или на той перекладине, где вот кто там делает, не вижу. А, Егор делал, можешь и там попробовать сделать. Заодно брату покажешь, что это такое. Или, может быть, он умеет? Давай. Покажи ему. Сейчас я ребятам достану варежки, и вы, возможно, увидите, что они сейчас будут делать. Знаете, да, что они сейчас будут делать? Я умею попробовать на том. Ну попробуй на том сделай. Попробуй сделай. Не, я вот эти резинки десятки. Да отодвинь в сторону резинки и что? Попроси ребят, если сам не помните, попроси ребят, помогите резинке. Не стесняйся, вообще не переживай. Тебя никто не заругает, я тебе это слово даю. Парень, резина никому пока не нужна. Если этот... Ребят, кто резину вешал? Резина не помешает, сейчас парни пойдут, хотят там подъем переворотов, впереди. Вот пока они там делают, идите на параллельные брусья на те. И там сможете не стеснять, его там подтягивайте. Его подтягивайте. На самом деле здесь тоже можно получиться сделать. Смотри, вот я повисаю. Только надо голову спрятать, чтобы... Нам там же не надо. Сейчас, погоди. Ты готов? Иван, давай. Я больше тебя базу. Ну а что, давай всех начнем. Попробуйте, кто там чемпион, сможете сделать такой? Нет, не смогут они сделать его. Слабый, да, нет? Да. Слабый, слабый. Да. А вы что, не пить все, что там голова не нужна? Так быстро. Никитос. Есть 32. Можно 2-16. Да. Нет. Никит, смотри. Егор, что случилось? Мы домой.
Сережа, давай. Не знаю. Сейчас здесь начнется. Иван. Не Егор, сейчас здесь начнется. Ты что, не уходи. Сейчас здесь начнется. Да, такое. Бежать. Сейчас Mortal Kombat 3, наверное, будет. Mortal Kombat. Так легко, что ты там. Думаю, все-таки комбат, да, сейчас будет? Ну да. Сейчас же Mortal Kombat будет. Какой Mortal Kombat? Мортал, сейчас Никитос, не бросай, сейчас Диман с Иваном будет листаться. Что там вы? Переодеться можно? Переодеться нужно. Че, Кирилл, ты тоже домой, что ли? Мне кажется, сейчас самое интересное начнется. Максим Тюрин, получилось? Где он? Макс! Макс! Получилось? Телефон передай Семену, пожалуйста. А, все, вижу, молодец, молодец. Иван, я приготовил все. Или вы уже передумали? Иван, погоди, Никита, Иван, давай со мной без перчаток только. Иван, давай. Ну давай потом, давай со мной разогреешься, с Диманом потом. С вами разогреешься? Ну да. Без перчаток. Да хорош ты что, в перчатках? Да. В перчатках ты мне боль будешь причинять, страдания. Ты что, хочешь своему брату боль и страдания причинять? Как? Ну ты бить меня в перчатках. Перчатки тяжелые, у тебя удар сильный. Ты меня будешь бить, и мне будет больно. Но я же не буду никакого бить. Ты не очень сильно будешь бить? Ну ладно, давай. Ну давай, давай, давай. Уговорил, ладно, уговорил. Выбирай себе первый, какие тебе перчатки нравятся. Тебе получше. Артем, ты тоже что ли уходишь? Ну подождите, пусть он подождет. Или он прям по расписанию. А он где живет? В центре. А во сколько автобус уходит? Блин, не Питос, а вы что? Ты останься под Димана, Ивана. Мы все подождем. Что случилось? Не получилось? Да, натуре, ну, нормально все? Никитос. Давай оставаться все. А кто маты погорит? Тогда Егор и Никита остаются маты убирать. Да? Тогда им повезло маты убирать. Диман, пойдем. Оставь Егор и Никита. Пойдем. Ну, Диман, что, зря тебя ждал, что ли? Да хорош, погоди, 5 минут, успокойся. Идите, Настя. Оставь, если его Никита уберет, помогут. Иди, иди, иди. Быстрее, иди, быстрее, иди, забирай, быстрее, иди, забирай, быстрее, Иван. Да, окей, быстрее, все спокойно, я с вами. Хорошо. Все спокойно. Егор, да? Никит, помогите мату убрать, пожалуйста. Да, сейчас, ты какие? Давай, выбирайте быстрее. Самые четкие себе. Я понял бы, да, Кирюх, если ты прям очень юным созданием был, переживал бы по чужому району тусоваться. Все тебя провожать пошли. Бросили Ивана, Димана здесь, ну ладно. Но зато какие настоящие друзья, да, друга пошли провожать. Федя, ты тоже что ли? Да, мне надо уже идти. Да ёшкин, матрёшкин, ну ты чё, а кто драться с Димой будет? Yeah. Ты с Димой? О, Диман, все, вот он, боец, соперник тебе нашел. Ну это, Семен, чуть-чуть подрастешь немножко. Сергей Геннадьевич, Диман, помогите, я с начинаю. Все, парни, все, всего доброго. Семен, а ты можешь помочь, да, маленькие всякие матики. Молодец. Давай еще длинный мат тащи. Длинный. Какая вторая пятка там нет? В сумке ищи, вот сумка справа, да. Да вот и нету. Да, не знаю, Дима, ищи внимательно. Серьезно, нет. Максим забыл, да, когда ты поискал? Егор, в сторону.
Сейчас мы все быстро. Сейчас малыши помогут. А, ну, в принципе, давай, Егорыч, выключи в том зале просто свет. Там есть. А, все, понял. Сейчас мы с малышами закрыли. Егор, Максим, сними, пожалуйста, резинку. Диман, да хорош, ты не можешь перчатки надеть? Нет, Дима, серьезно говорю. Я тебе просто говорю. Дима, ты две резины брал? Да. Вот она. Давай, 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 давай. Надеюсь, в среду съезди. Давай, закидывай, помогай. Надеюсь, в среду съезди, мне кажется, что все нормально. Помогай, закидывай. В среду, говорю, съезди. Какой отходчик? Ну там, к мастеру. Во мне ком, который собирал. Вот, а теперь, стоп. Он страдал, приехал, без бесплатно взял. Потом, все, теперь четыре, теперь четыре. Нет, это уже лет. А, да, а теперь потом квадратик, а это самого света. Вот. Теперь квадратик подавайте. Мне кажется, двадцатки сразу. Да. Макс, подвинь, пожалуйста, магнезию в сторону, чтобы они на нее не ступили. Чуть-чуть в сторону отодвинь. Вот, и квадратик всем помогайте Егору, да. Вот сейчас вам, ну, знаете, вам надо дать Егору подавать, а он забросит их, да. Че, поехали, приветствие, ну-ка. Мне можно посмотреть? Давай, ты речь, как волк. Эх, Иван, какие варежки одел, Диман, ну это жестко, сейчас Ваня, да, сейчас, сейчас на тебя вот даже перчатки. Он сейчас тебя будет жестко бить. Я так просто. Помни, Диман, зеленый пол, там акулы, из зеленого пола не уходить, там обрыв. Семенович, мат, 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 закидывай, Егору, давай еще, остынь. Быстрее, помоги Егору. Он тебя будет бить. Он что-то там сейчас носом пошмыгал, значит, он будет тебя сбить. Димарик, слишком закрепощен, братан. Слишком дырки прям у тебя уже видны. Иван, в легкую, понакидывай ему туда. В легкую, просто в легкую, Вань, в легкую. Никита, Никита, аккуратно, братан. Здесь Саб-Зиро против руками бьется. А ты что, Никита, скромаешь? Что случилось? Что грустный такой? У тебя не получилось то, что ты хотел? Нет. Хочешь со мной подраться? Нет. Максим, ну нет, Максим пока нет. Никит, что случилось? Стой, ну иди рядышком, иди присаживай, иди рядышком. Скажи мне, брат, иди расскажи, что случилось? Не, ну если только, как это... Как цапля, как в стиле журавля. Иван, а теперь ускорься, пусть Диман прочувствует радость бытия. Нормально. Заодно Димка он поймет, где ошибки, где дырки, чтобы не совершал. Диман, двигаться надо корпусом. Сейчас тебе напрокидывается туда. Диман, двигайся, двигайся, двигайся. Пас, вращайся, конечно. Просто в данном случае Иваныч делает такой ход, да, он тебе дает возможность раскидаться. А что понимать, просто двигайся и все. Я знал, да. Да-да-да, в пузо левый, да, вот в пузо левый лучше было бы, если ты сделал сейчас. Левый лучше. Левый, Дима, левый бей туда, через руки, пробивай, да. Левый, пробивай. Еще. Вот видишь, он руку меняет, он положение, потому что неудобно. Пробивай, пробивай, пробивай. Еще левый, 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 правый, не путай. Левый это задницу потираешь, правой ложкой держишь. Давай, левый. Вот для сравнения. Правый, да. А что, Максим? Кто левой рукой кушает, то он это нарушение принципов есть. Я и то, и то. Ой, братан, попадос. Левой рукой это для темного, для денег, для вытирания, для мусора. Есть даже религии, философские учения, где левая рука запрещена там вообще что-то не делать. Она на темной стороне. А вот правую можете кушать, здороваться, там, родную маму обнять, брату улыбку, другу протянуть руку. Кстати, в исламе эта тема такая.
есть, то есть левая рука для мусора выкинуть, денег там взять, там, подмыться. Принципиально. Да погоди, они здесь сражаются. Никита, он в Инстаграм уже пишет это. Дани Вайту пишет здесь это. Новые бойцы появились. Говорит, если бы Хабиб на пенсию не ушел, сейчас бы ему готовили бы уже это. Как хорошо, что завтра спать. А что, завтра каникулы? Ну, типа того, да. Так, типа того. Молодцы, не успели попрактиковать, а то завтра. Максим, Семен, нормалек все? Парни, все хорошо? Все, то расписание сами для себя выставляете? Ой-ой-ой. Все, ребята, всем здравия, доброй ночи. Да, до свидания, парни. Все, ребята, тоже выходите. Все, не так пить воды, не так пить воды. Лимон разозлить. Дай ему тумака. Слегка майонеза, ну. Я просто когда вот такие, вот, как, знаете, домов, такие странные, я думаю, что я через дело, как забыл, там резко стало ваше детское мнение создание. Психика на рынке. Хорошо, соединяюсь, я думаю, на вас, для того, чтобы помогать, но я не пишу. Мама считала, что Макс много приемов. Не за это раскрыться, все, братан. Я предложил на другом плите с тобой говорить. Ну, Петренька. Ну, как видите, я сам дарил, все, я сам дарил. Он прыгал сам. Чего ты Диман мог поздравлять? Вот как ты нашел себя? Смотри. Он закрепощенный, он же перекрещенный. До свидания. Да, всего доброго, до свидания. Да, Диман, да, да. Все, да. Диман, смотри, как Иван тебе примером показывает, он отплясывает. А Иванович молодец, он как бы сейчас это, у него такой момент. Он вскоре с его габаритами, он может понабедать, будет интереснее. Возьмет ты ему встречу, да, 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 просто. Начинает подходить ему встречку бамбе. Вот, да. Какой-то брюслян уже пошел. А кстати, Димарь песни все уже винчуги накидывает. Он, наверное, кино икну смотрел. Тихо, тихо, пацаны, тихо. Тихо, тихо, я тоже. Я свой. Я свой, тихо. Че, продышись, продышись. Нормально? Ну и то есть, смотри, Димарь. Это всего лишь селезенка, это правая рука его. Если бы это левая печень, было бы намного неприятнее. Продышись, давай 30 секунд, да, потихоньку. Иван, показывай все, что могешь. Самый тоньше. Вот ты смотри, что. Ну все, братан, на кулачные бои. Я понял. Он зарядился. Хардкор. Давай, дай мне хардкор. Нам надо свои скоморожьи кулачные бои. Все, Диман, 15, 10 секунд. Продышись, нормально, нормально, нормально. Вань, сейчас 30 секунд прям это четко сделал. Только, пожалуйста, покажи технически красиво, но не вкладывайся. Диман тоже может. Ну ты же так можешь, да, это короче, Майк Тайсон с нами 40 гостей приедет сюда, смотри, учиться у молодежи. Он с собой плантацию свою приведет, я думаю, да? Песни будем петь с Майком Тайсоном. Только нас тут всех не закрыли, поэтому надо нам продумать, это как, знаете, как культурный обмен опытом между Тайсоном и... Ох ты! Тихо, тихо, тихо. Ну Никита в шубе, он нормально, он просто в броне, Никитос. Погоди, Никита, погоди, погоди, пусть он, погоди, молодцы. Да, все. Да, давай, пойдем. Домой, дядя. Тихо, тихо, тихо. Телефон за 8000 рублей, часы. Погоди, пусть они с Диманом закончат. Погоди, пусть они с Диманом. 30 секунд, пусть они с Диманом закончат. Сейчас, пусть дойдет. Давай, 30 секунд дали, потом сейчас. Пока они делают, давай со мной, бабушка. Пока они делают. Пока не делаешь, чтобы не заставиться. Давай, давай, спокойно, спокойно, пойдем, конечно. Так, пока что все залезли. Да подожди 30 секунд. Одну минуту. Нет, подождите, там, подождите, там, подождите, там, подождите, там, подождите. Вы сейчас простынем, если выйдем. Подожди. У вас 20 секунд осталось. Так, подожди, папа, разве реакция, да? Интересно, так пластунка может быть, какая многообразная, спокойно. 10 секунд, Иван. Диман, 10 секунд, сделай атаку, Диман. Сейчас Никита просто заряжается с Иваном. 5, 4, 3, 2, 1, смена, поехали.
Димарик, отдыхай. Нет, да все. Нет, ты просто отдыхай, отдыхай. Да, вот эти катары, конечно, больно прилетают. Они жестче, которые у Ивана, да? А у тебя, варежки, тяжелее. Если правильно удар поставить. Иван, ничего, что ли, Никита, без варежки? Давай. Технически покажите вот красоту, да. Вот у меня понимание, что делать. Со временем Диман придет. Сразу так тяжело понять. Давай, 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 давай. Давай, давай. Никита, в лицо не выцеливай, не надо, не надо. Иван тоже аккуратнее. Давайте, вам осталось 20 секунд. Никитос, аккуратнее, братан, пожалуйста. Да, 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 руки, ноги. Давай, 20 секунд. Нормально. Уберет, отстирает, пометит. Давай. Все, руки не бей. Да? Пальцы, пальцы, правой рукой, пальцы. Не делай кулаком. Сбив больше делай. Давай, 20 секунд. Что ты потерял? Я не понимаю, как мы добрали в туалет водой? Ведро с водой? Там как с водой? А не твои вещи лежат в городе в угла? А, сумка, сумка, да? Она перевернута просто. 15 секунд. Иван, ассортимент побольше, Никита, аккуратнее сзади стой. Отойди, отойди, да. Давай, 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 да-да-да-да-да. Сейчас, Никита, у тебя знаешь, почему удар не получился? Потому что ты слишком в одну сторону стоишь, тебе надо подраскрутиться. Такая же тема, да, Иван, такая же тема, раскрутись. Футболка в крови, Иван. Сейчас, погоди, это он пометил. 10 секунд, 10 секунд. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Нормально, Никитос уже перешел, смотри как. Иван, ты можешь поймать, ты его сбив, своим плечом можешь сбить. Да-да-да-да-да-да-да. Аккуратно. 5. А теперь включайте прям по нормалек. Побыстрее. 5 секунд, самое интересное сейчас будет. 4, 3, понакидывай, понакидывай. 2, 1. И последний ход. Та-ра-та-та-там. Бам! Все, стоп, молодцы, молодцы. Просто смотри, какая интересная штука. Иван, Никита. У вас одновременно получается действие сделать. Хорошо. Опять тоже палец. Это же содрал просто.